Антон, все-таки молодец. Да, пап, поэтому я за него и вышла. Папа! Папа! Чёрт, Николай Павлович! Папочка! Антон! Дядя Ваня, он жив! Дядя Ваня! Зоя, мне жаль. Нет, нет, нет! Антон! Чего? Добряков, я тебя сколько раз просила, запирай свою крысу на ночь. Она меня до инфаркта доведет. Ты же знаешь, ну, бомба, она мухи не обидит. Зато поесть любит. Я тоже поесть люблю, только в одиночестве. Извини, дорогая, но не сегодня. Накорми-ка лучше нас. Бомбе сыру, а мне чаю. Держи. Ого. Животное. Без 15. Скоро на выход. Опять неверного мужа выслеживать? Неверную жену. Между прочим, очень симпатичную. Банкиршу. Добряков, не зли меня. Ты же знаешь, я сначала стреляю, а потом вопросы задаю. Добрый вечер. Ну что? Да. Ну и дыра. Потрудитесь объяснить, какого ляда вы заставили меня приехать сюда среди ночи, а? Сергей Кириллович, вы думаете, мне охота было ехать сюда среди ночи? Вы же у нас человек недоверчивый. А я вам уже дважды предоставлял доказательства, что ваша супруга вам не верна. Но вы... Алина не изменяет мне, ясно вам? Не изменяет! Ладно, пошли. Послушайте, вы правда думаете, что Алина может здесь, ну... Ну, как бы сказать... Тише вы. Послушайте, вы не знаете мою жену. Она никогда в жизни не зашла бы в такой гадюшник. Рановато пить начинаешь? В 7-то утра. А я давно уже, ну, выпил рюмашку. А на меня кофе остался? Зай, ну, выпил. Это теперь, если хочешь знать, часть моей профессии. Ну-ка, брысь отсюда. Утешал очередного клиента. Устал, как собака. Добряков, ты не понимаешь, что я не могу жить в этом доме? Я не могу здесь спать.
Я просыпаюсь почти от каждого шороха. А ты почти каждую ночь оставляешь меня одну. Зай. Так что давай считать, что очередной эксперимент совместной жизни опять не удался. Венечке Шубину привет передай. А ты сам ему передай, если, конечно, умеешь разговаривать, а не сразу морду бить. Да если б не этот урод, дядя Ваня сейчас был бы здоров, а не лежал в коме. Да потому что ты должен был занять место дяди Вани, ты, и вышвырнуть Венечку из-за дела. А получилось все наоборот. Так что нечего теперь злиться. Меня никто не вышвыривал, я сам ушел. Потому что ты гордый. Да потому что два мента в доме, это не семья, а отдел. И ты должна была уйти, ты. Вот это вот крыса, вот она твоя настоящая семья. И вообще ты прекрасно знаешь, почему я не могу идти с работы. Зой. И не уйду, пока не найду убийцу отца. Ну что, семья? Давай завтракать. Зойка опять от меня ушла. Хорошо, хоть про развод не говорит. Значит, скоро вернется. Вот такой расклад, дядя Вань. Понятно, почему она психует. 2 года, как ее отца убили, и никаких зацепок. Ни стрелка, ни заказчика не можем найти. Вы что, с ума сошли? Здесь не курят. Ну, я вообще не курю. Я вижу! Уйдите отсюда немедленно, или я позову охрану. Спокойно. Послушайте, вообще-то я оплачиваю эту палату. Это вам дает право издеваться над больным? Издеваться? А кто тут издевается? Да товарищ подполковник, то есть дядя Ваня, по 2 пачки в день уговаривал. Ему, может быть, сейчас курить больше всего и хочется. Так, выйдите немедленно и запомните, что в мою смену вы здесь курить больше не будете. Хорошо. Я пойду, а то... Вы меня слышите? Да, а то сегодня здесь строгость. Все. Кто? Госпожа Стрепетова. Это Краев, искусствовед из музея. Мы договаривались. Милости прошу. То есть я раздолбай, знаешь, а она у нас фея в погонах. А, понятно, снова развод. Можно подумать, я ради удовольствия пью водку с посторонними мужиками и чужих жен из постели вытаскиваю. Дураки вы оба. Ведь любите же друг друга. А все ссоритесь на пустом месте. Вот именно на пустом месте. А это уже не любовь. Это уже мазохизм в особо крупных размерах. Причем главный мазохист ты, дружище. Вот нафига ты продал квартиру и купил эту хибару? Так с милым рай в шалаше. Я хотел проверить, насколько я милый. Проверил? Проверил. Не спится, говорит, мне здесь. А ты что, поговорить, что ли, хотел? Да. Слушай, ты Курагина знаешь? Курагина? А? Ну, ты который с Наташей Ростовой? Я в школе учился. Курагин, известный писатель, детективщик. Да он огромными тиражами печатается. По его книжкам уже куча сериалов снято. Сериалов? Я эту муть не смотрю. Смерть наступила от удушения с 8 до 11 утра. Странно. Грабитель не взял такие дорогие украшения? Похоже, он вообще ничего не взял. Что и редкое лекарство. Его выписывают только больным рассеянным склерозом. А бабулька не тянет? Ну, это я скажу после вскрытия. Курагин такой, ну его еще по телевизору показывали. Ну да. Он лег к нам на обследование. Ну я с ним в ночное дежурство в шахматы поиграл, ну и разговорились.
Я обмолвился, мол, мой друг тоже в некотором роде детективщик. Я? Нет, Шубин. Молчу, молчу. Сказал я, значит, ему, что друг мой занимается частным сыском. Угу. Так он как вцепился в меня. Следи, говорит, нас, и все. А ему, наверное, новые сюжеты нужны. А у меня что? У меня только неверные жены. Тох, я не знаю, что ему нужно. Ты позвони ему, а? Он адекватный мужик, но напуган чем-то. На. Агент. Террорист. А с другой стороны, какая разница? Банкир, писатель. Только ты не тяни. Ему, похоже, срочная помощь нужна. Думаете, прошли переаттестацию, и можно расслабиться? А работать кто будет? Два весика с начала месяца. Машину бизнесмена, то как его, Селезнева, сожгли, и что? Где результат? А покушение на этого журналиста Васильева? Думаете, если убили собаку, а не ее хозяина, то что? Стрелка искать не надо, да? Меня сверху задергали. В общем, так. Всех буду представлять не к наградам, а к неполному служебному соответствию. Вот сегодня бабка задушена. Опять висяк. Вениамин Петрович, убийство Стрепетовой не висяк. Оно произошло 4 часа назад. Работать надо. А не болтать! Все свободны! Продолжайте, продолжайте, вас слушаю. Это история с журналистом Васильевым, вернее, с его собакой, есть в моей книге. Сила слова. Надо же, прям как в основном инстинкте. А этого Селезнева, бизнесмена Селезнева, машину сжигают в моем романе «Возмездие». Спасибо, Марфа. То есть вы хотите сказать, что кто-то совершает преступление по сюжету ваших книг? Когда в полиции обнаружат связь между преступлениями и моими книгами, меня тут же возьмут в оборот. Прошу вас, найдите этого негодяя раньше. Много. Моя репутация, полагаю, стоит дороже. Это аванс. Найдете негодяя, получите столько же. Хорошо. Книги я возьму. Хотите узнать фамилию убийцы? Ну, надеюсь, что мне это поможет. Все-таки нужно проверить. А. Лев, здравствуй. Да, привет. Это мой агент и давний друг Алексей Петрович Лисичкин. А это Антон Добряков, частный детектив. Я так понимаю, вы уже в курсе. Да, и в первую очередь мне нужно алиби. Где вы были на момент совершения преступления? Да я так сходу не скажу. Надо вспомнить. Вы вспомните? Нет. Нужно будет все. Свидетели, телефоны, люди, контакты, все, все. Хорошо? Кому вы говорите? А поторопитесь, господин сыщик, у Лёва есть роман «Смерть агента». Там убивают литературного агента известного писателя. Мне бы не хотелось, чтобы преступник успел добраться до этого сюжета. Алло, Костя, разговор есть. Ну да, оба дела у меня. И пока ни одной зацепки. А тут еще утром бабку задушили, будь она неладна. Шубин рвет и мечет. Ты-то как влез в это дело? Да Артем, доктор наш, подогнал клиента. Слушай, ну, один в один, а? Теперь подозреваемых у нас тысячи. Или какие там у Курагина тиражи? Спасибо, частник, помог, ничего не скажешь. А что за дело про убитую бабку? Стрепетова Ариадна Тихоновна. Утром задушена в своей квартире. Ничего не взяли, хотя было что. И дом полная чаша, и сама вся в брюликах. Подожди-ка.
Алло, Лев Сергеевич. Здрасте, Добряков. Скажите, пожалуйста, а нет ли у вас книги про богатую бабушку, которую... Да вы что? А за что ее? Понятно. Понятно. Да задушили уже вашу бабушку. Вернее, не вашу, а нашу. То есть не нашу, а... Всего доброго. Ну? Книга называется «Лучшая копия». Так. Но парадокс в том, что она даже еще не сдана в издательство. В книге бабушку убил преступник, который охотится за рисунками Васнецова, а на месте преступления оставляет изрезанные копии. Точно. Слушай, там был какой-то покоцанный рисунок. А протокол где? Вот. Там нож валялся без отпечатков. Почему посторонний в отделе? Вольно! Вот так. Ну, оставь почитать. Свои купите. Пусть Венечка раскошелится. Тарелку не забудь вернуть. Молодой человек. Проблемы? Ни машина не заводится. Посмотрите, пожалуйста, что с ней. Да у вас тут на генераторе клеммы окислились. Из сервиса никак. Катастрофа. Мне подругу из аэропорта нужно встречать, пока я вызову такси. Как хотите, я вас домчу. Чего ради? Вы ведь Тамара Игоревна? Да. Меня зовут Антон Добряков. Я частный сыщик. Я как раз хотел с вами поговорить по поводу вашего бывшего мужа. Надо же. Хорошо, поехали. Левочка, я хочу прогуляться по магазинам. Посиди со мной, радость моя, Лизонька. Только не до утра. Ну, как в прошлый раз. Лиза, новая жена Левы. На 2 года моложе нашей дочери. А ваши дети общаются с Лизой? Ну что вы? Они ее ненавидят. А отца считают предателем, он разрушил нашу семью. Дима, сын, почти не заходит, звонит изредка. А Даша... Что Даша? Даша ушла из дома, завела, как сейчас называется, бойфренда. А ваши дети читают книги отца? Постойте. Вы что думаете, что... Дима или Даша замешаны? Я ничего не думаю, я просто хочу помочь.
Остановите машину. Немедленно. А как же аэропорт? Остановите сейчас же. Антоха, ты там стоишь или сидишь? Да стою. В пробке. А, значит, не упадешь. Ты в курсе, что сын нашего писателя, Дмитрий Львович Курагин, мастер спорта по стрельбе? Ого! Ты мне адресок пробей этого стрелка. Дим, мне кажется, Левушка заболел. Все какие-то таблетки втихаря пьет. Вот засада. Он же теперь развод не даст. На жалость давить будет. Но он и правда заболел. Ой, да ерунда. Мой папаша еще всех нас переживет. Ты кого-то ждешь? Нет. В общем, у Курагина хроническое заболевание центральной нервной системы. Что это значит? Это значит, что скоро у него начнется нарушение координации, ухудшение зрения, психологические проблемы. В общем, много чего. Не весело, короче. То есть, скоро он перестанет писать? Вполне возможно. Значит, Курагин в отчаянии. Идет на преступление, чтобы хоть как-то продлить свою славу. Тем, а это хроническое заболевание совсем не лечится? Ну, есть кое-какие лекарства. По большому счету, рассеянный склероз не лечится. Так это рассеянный склероз? Ну да, я что сказал. А лекарство от него такое? Да, откуда это у тебя? У бабушки в одной взял. То есть вы хотите сказать, если я умею стрелять, то... Советую написать явку с повинной. Меньше сидеть будешь. А ты кто такой, чтобы мне советовать? Дим. Послушай, я желаю тебе добра. Так что... Так что думай. А то смеяться в тюрьме будешь. Подождите. Вот. Вот, посмотрите, пожалуйста, здесь и даты есть, и время, на которое мы дорожки заказывали. Это что? Это билеты в боулинг. Мы с Димой очень часто там бываем. Вы можете опросить официантов, администратора. Да не надо. Расслабься, мачо. А я и не напрягался. Это ты перемудрил, сыщ. Чем больше мой папаша своих сказок напишет, тем больше мне наследство достанется. Поэтому нам его беречь нужно. Правда, Лиз? Спасибо за кофе. С вами все в порядке? Спасибо, я цел, не волнуйтесь. Не надо, не надо, скорую не надо. Я просто, я не пострадал. Спасибо, испугался. Испугался сильно, все в порядке. Не волнуйтесь, все в порядке. Спасибо, все в порядке, все. Да. Алло. Антон Антонович, это Лисичкин. Меня только что чуть не сбили. А марку вы не запомнили, Алексей Петрович? Да какая там марка, она пронеслась, как метеор. Ну хотя бы цвет. Светлая, темная. Да вроде темная. А может, светлая. Точно, очень грязная. А помните, в книге вы мне говорили, где агент погибает? Да, смерть агента. Он под колесами автомобиля погибал? Господи. Конечно. Я прошу вас, будьте осторожны, Алексей Петрович. Я перезвоню. Клёпа, интересно, что у тебя общего с писательской дочкой?
Откройте почту! Мы не получаем почту. Уходите, а то сейчас собаку спущу. Не надо собаку. Лучше сразу звоните в полицию. Даш, откройте! Или мне придется залезть в окно. Держать! Господи, что вы делаете? Отпустите его! Женя! Женя? И давно ты... Клёпа, Женей стал, а? Да я влюбился. Я жениться на ней хотел, ну правда. Ты прямо Ромео. А про её богатого папу ты, конечно же, не знал, да? Ну, знал. Но я хотел нормально, по-семейному. Ну-ну. Да у меня фантазии не хватит на всё, что ты рассказал. Детектив какой-то. Ты колись, Клёпа, колись. Иначе попрошу бомбу, она тебя расколет. Не надо, начальник. Убери крысу. Развел я двух лохов на Павелецком. Деньги нужны были. Еще одной бабы лопатник подрезал, но со мной больше ничего нет. Да, еще видел... Один чувак другому ствол возле гаражей передавал, как раз перед тем, как вашего ментовского шефа грохнули. Это уже что там? А что вы на это скажете, Лев Сергеевич? Не Васнецов, конечно. Позвольте. На это? Ну я же не идиот, чтобы держать дома такую улику. Лев Сергеевич, вы же у нас звезда, поэтому забываете, что можно, а что нет. Да у нас улик на вас. Вы позволите? Пожалуйста. Ну, знаете, капитан, это беспредел. Ребята, заканчивайте. Слышишь, капитан? Ну, капитан, это беспредел. А что здесь происходит? Все в порядке. Не волнуйтесь. Я скоро вернусь. Мы разберемся. Успокойтесь, все будет нормально. Левушка. Так, господа журналисты, назад. Вот. Назад. Мы подходим. Отсюда, из кармашки. Господа полисмены, как всегда, поторопились. Давай. Поторопились, я говорю. В сторону, журналисты, в сторону. Хорош, садимся. Поехали. Повысили раскрываемость? Еще так. Три дела в одно. Конфетка. Вам что, Шубин совсем мозг вынес? При чем тут Шубин? Сядь, успокойся. Улик против твоего писателя больше, чем у него детектива. Алиби нет, жена ничего подтвердить не может, домработница тоже. Зато на лекарстве из бабкиной квартиры его отпечатки пальцев. Да подстава это, Костя. Гадалки не ходи, подстава. В общем, мне нужно с ним поговорить. Антоха, дело уже почти закрыто. Это что? А, Зоя достала в книжном. Оказывается, агент Курагина тоже пописывает. Слава богу, стихи. Ладно, пошли. Подожди. У меня для тебя подарочек. Обещал вернуть? Вернул. Помоешь сам. Дома! Здравствуй, Томочка. Здравствуй, Лёш. Ты сказал, у тебя что-то срочное? Пошутил. Просто хотел тебя увидеть. Лёш, ты опять... Хватит, а?
Мы взрослые, можно даже сказать, пожилые люди. Не знаю. Рядом с тобой я себя всегда чувствую первокурсником. Том, давай выпьем за нашу юность. Да, годы немного меняют нашу внешность, но сердце остается прежним. А ты там все Левки на фото таскаешь? Сердце осталось прежним. Ты правильно сказал. Том, скажи честно, ты действительно всегда считала Левку талантливее, чем я? Ну, тебе же нравился мой слог. Леш, я полюбила не писателя Курагина, а умного, милого и доброго парня. Я понимаю. Я ни на что не рассчитываю. Просто маленькая просьба. Свидание. Завтра вечером, скажем, возле фонтана. Ну, это наше место, помнишь? Посидим, поговорим, юность вспомним, а? Не люблю я ворошить прошлое, извини. Тамар, подожди. А ты знаешь, что Курагин неизлечимо болен? Что? Что ты сказал? Что его молодая жена завела себе любовника. Догадываешься, кто он? Твой сын. Ах ты! Ты просто всю жизнь Леве завидуешь. Лев Сергеевич, когда вы последний раз садились за руль? Ой, не помню. Давно. Я вообще плохо вожу. На моей машине в основном Лиза катается. А как же вы тогда передвигаетесь по городу? Так меня Марфа возит. Что ж, выходит, у вас Марфа и домработница, и шофер, и... Да, и повар, и секретарь, и, если что, врач. А что ж тогда Марфа ваша и секретарь не подтвердила ваше алиби в день убийства Стрепетовой, 13 числа? Ну, потому что я ее отпустил. Подождите. Но именно в тот день вы и наняли меня на работу. А Марфа приносила нам кофе. Ну, значит, я ее до обеда отпустил. Точно? Точно. Да, точно. Точно. Я же был в больнице. Вы можете у своего друга, доктора Леднева, спросить. Я с ним на его дежурстве и познакомился. Ну, наконец-то. Сознание проснулось. Ну так вот, смерть Стрепетовой наступила в промежутке между 9 и 11 утра. А Курагина выписали из больницы в 11 утра, и еще полчаса он разговаривал с лечащим врачом. В таком случае Курагина можно поздравить. Костя! Курагина можно выпускать. У него 100% алиби. Тамара? Дочка, а как ты узнала? Детектив твой звонил. Пап, давай быстрее, там целая толпа. Давай, давай, поехали. Здравия желаю. Здорово. Что, Антох, ностальгия замучила? Не вылезаешь из отдела. Костя, а ты Лисичкина уже допрашивал? Собираюсь. Не служба, а в дружбу. Пригласи его завтра утром к себе и помурышь подольше. Часика два. Частник, а ты не обнаглел? Ладно, полтора. Ты дома?
Львом Курагиным. Мы познакомились в литературном институте. Напишите, пожалуйста, подробно. Когда познакомились? При каких обстоятельствах? Тамара Игоревна, здрасте, Добряков. Помните? Замечательно. Тамара Игоревна, будьте добры, сделайте мне одолжение. Назначьте, пожалуйста, встречу господину Лисичкину у фонтана, с которым у вас связаны какие-то воспоминания. Ах, он уже сам назначил. Следовало догадаться, что это подстава. Чего это вдруг Томка согласилась на свидание? Вы планировали убить Тамару, как в книге? Удушье от любви? Откуда ты это такой умный выискался? Я думал, все на Лиску спишете. Ну что вы? Что вы? Такая красивая идея могла прийти только вам в голову. Совершить преступление за день до переиздания книги. Насколько мне известно, «Удушье от любви» должно выйти завтра в мягкой обложке. И вы, как литературный агент, об этом, конечно же, знаете. Вы ничего не докажете. Все улики против Курагина. О, вы очень здорово все продумали. Ох ты! Острый какой! Только у него алиби. А вы, Алексей Петрович, сами себе подписали приговор. Что? Куда? Да. Я придумал весь этот детектив. Вы знаете, как Курагин стал писателем? Украл мою идею. Просил рукопись почитать. Через полгода у него вышла книга с моим сюжетом. И моментально стала бестселлером. Ну, а я... Тихо завидовали.
Нет, молодой человек, нет. Я проявил здравомыслие. Имя Курагина стало хорошо продаваться. Мои книги не печатали. Я решил, что гораздо выгоднее жить на проценты агента, чем писать самому. Да, не очень престижно, зато сытно. Почему же теперь вы вышли из тени? Месть. Я ждал подходящего момента, и он настал. Курагин умирает. Он не должен умереть знаменитым писателем, не должен. Я решил сделать из него маньяка. Тогда он умрет изгоем. А я займу его место в литературе. Как автор книги о сумасшедшем писателе Курагине. А помогала вам Марфа? Она ваша любовница или жена? Какая жена? Дура влюбленная. Кстати, сама предложила устроиться к Левке домработницей. Это она давила вас на машине? Неплохой план. Идите к черту. Не надо. Вот. Нельзя опускать руки. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Да не будет. Я болен. Знаю, знаю. Ты поправишься. Обязательно поправишься. Слышишь? Ты прости меня, Том. Прости. Заходи. Познакомлю кое с кем. Освободи. Присаживайся же. Заждался? Сиди и слушай. Касается смерти твоего отца. Короче, видел я, кажись, тех кентов, которые вашего шефа замочили позапрошлым летом. Мне их на фотке с Ахатой, ну, Дима Сергеев показывал. Зая, ты мне снишься? Нет, не снюсь. Мне приснилось, что ты варишь борщик на кухне. Не до борщика сейчас, просыпайся. А что случилось? Артема задержали. Как? Так, давай дуй в отдел, меня закинешь на хату, о которой Клёпа говорил. Там, где этот Сергей пошивался. Зоя, ну не томи. Что там? Врачебная ошибка? Если бы. Преднамеренное убийство. Задушил пациента подушкой на следующий день после операции, который сам же и провел. Логично. Да. 105-й ему светит. Соня, ты ерунду не говори, какая нафиг 105-я? А ты лучше спроси, кто убитый. Да мне плевать, кто убитый. Да Артем ради своих больных, знаешь, сколько он народу с того света вытащил? Убитый Игорь Романович Щербаков, предприниматель, нынешний муж Веры. Подожди, какой Веры? Бывшей жены Артема? Вот именно. Так и что? А то, что это мотив Добряков. Мотив? Да Артем наверняка с него пылинки сдувал. Ты Артема не знаешь. Да я-то знаю. Зато Венечка Шубин уже все решил. Сегодня предъявит Артему обвинение. Так, мне нужен один день. Ты должна что-нибудь сделать с Шубиным. А что я с ним сделаю? Ну, не знаю, как-нибудь нейтрализовать его. А может, и сюда него пригласишь? Ты соображаешь, что ты говоришь? Зоя, ну, пожалуйста, мне нужен один день. Ну-ка, останови машину. Зоя, дай ему хотя бы... Я тебе сказала, останови машину.
Ну, Добряков, ты сам этого хотел. А до Сергеевой хаты я сама доберусь. Зоя, подожди. Лазарь Моисеевич, нужна ваша помощь. Вы, кажется, не совсем осознаете свое положение, Артем Викторович. Вы обвиняетесь в убийстве. Я не убиваю своих пациентов. Бывает, что кого-то я не могу спасти, но чтобы душить подушкой... Экспертиза показала, что на подушке убитого остались ваши фотожировые отпечатки. Он послеоперационно больной. Я его лечащий врач. Естественно, что я дотрагивался до его подушки. Персонал отделения утвердил, что вечером вы заходили к нему в палату. Да. Я делал вечерний обход. Значит, чистосердечное подписывать не будешь. Я, конечно, виноват. Но только в том, что в палату проник посторонний. Конвой! Отвлечемся на минутку. Ты кто? Я из полиции. Капитан Добрякова. Где Дмитрий Сергеев? Какой Сергеев? Понятно. Ты что делаешь? Повторяю вопрос. Где Дмитрий Сергеев? Сакаты, что ли? А кто сказал, что он здесь? Клёпа сказал. Ну если Клёпа, Сакаты уже 2 года как на кладбище. Спился, что ли? Не, убили его. Кто его убил? Это вам ментам лучше знать. А здесь что? Приходил Сахаты с каким-то мутным типом. Тощим таким. Как звать? Коля. Да не тебя, тощего твоего. Сахаты его бароном называл. Вроде. Ладно. Пейте дальше. Здорово. Здорово, ребят. Лазарь Моисеевич. Ага. Сделали? Да. Возьмите. Спасибо, Лазарь Моисеевич. Выручили у меня. Вот всегда с вами так, Антоша. Работаешь же, спасибо. А я, между прочим, дорогой адвокат. Ну, мое спасибо тоже дорогого стоит. Вы же знаете. Добряков, мне отдельное распоряжение дежурному дать, чтобы ноги твоей здесь не было, а? Попробуй. Ты помощник адвоката Гринберга. Дай тебе за эту липу. Сейчас твою дружку обезьяннику прячу, ясно? Никто еще не называл мои документы липой, господин Шубин. Банда. Идите работайте, помощник. Дружище, ну вот уж не думал, что здесь встретимся. Присаживайся. Скажи, как так получилось, что этот Щербаков оказался у тебя? Вера попросила. Вера? Ну уж кто-кто, а бывшая жена знает, какой я врач. Забыл. А операция была сложная? Удаление грыжи плановое. Слушай, этот Щербаков, он ведь акула бизнеса. А у тебя обычная хирургия. Я ему отдельную палату сделал. А почему его не охраняли? Я не позволил. Молодец. Ты хоть понимаешь, что это убойный аргумент против тебя? На что ты все против меня, Антоха? Ну ладно, не паникуй. У тебя есть какие-то свои подозрения? Ты
Ты издеваешься? У кого я могу подозревать? У кого? Людей, с которыми я работал много лет? Ну ладно, ладно, не заводись. Но это очень важно. Вспомни, кто с тобой еще работал в ту смену? Тоня. Антонина Зуева, медсестра. Нянечки, санитар. Да ну, я их всех хорошо знаю, Антох. Ну, ерунда какая-то. Ты не кисни. Я тебя отсюда вытащу. Виктор Сергеевич, да успокойтесь вы. Легко сказать. Ну вот ты, Зоя, чем собираешься заниматься? Как чем? Работать. То есть ты считаешь, что... Наша компания после смерти шефа никуда не денется. Вера как вдова... Да она не бельмеса, не понимает в делах. К тому же вертихвостка. Кто вертихвостка? Я. Это Виктор Сергеевич меня так отчитывает за то, что я еще поминки не заказала. А что с похоронами? Все хорошо. Ой, простите, я хотела сказать, этим занимается солидная фирма. Вера Федоровна, поминки закажем на 100 человек в ресторане. Пришлите смс на телефон. Я на съемке. Полный завал. Учредительные документы забрала. Все. Пора искать новую работу, Зоя. Я, между прочим, всю жизнь на почтовом ящике отработал, на проходной. У вас должно быть глаз алмаз. А не надо насмехаться-то, между прочим. Да нет. Что вы, наоборот. Я на вас рассчитываю. Чайку? Нет, спасибо. Николай Захарович, вспомните, пожалуйста, на прошлом дежурстве вы ничего необычного не замечали? На вроде нет. Субботин, санитар из хирургии, пораньше пришел. Нянечки никуда не уходили, они сутки через двое у нас. Антонина Зуева малость опоздала. Она вообще какая-то странная была. Среди ночи выходила куда-то. Может, покурить? Нет, она же не курит. А может, не приходил кто? Может, приходил. Но чего же тогда по-человечески не зайти? У нас кресло для таких случаев имеется. Не, я ничего не говорил, какое мое дело? А потом, может, у нее с сестрой что-то случилось. С сестрой? А что у нее с сестрой? Болеет. Рак крови. Антонина даже дачу продала. У всех денег позанимала. И отправила сестру лечиться. Ну, в Германию. Понятно. Николай Захарович, а посторонних не было никого? Вы ведь наверняка всех отмечаете. Никого не было. Ну чего им у нас среди ночи делать? Понятно. Вы вот что. Если что-нибудь вспомните, вы обязательно мне позвоните. Договорились? Антонина Михайловна! Костя, это я. Зуеву медсестру убили. Пиши адрес. Да-да. Можно? Ну, конечно. Зоя Николаевна, вы вчера оставили запрос на дело об убийстве Дмитрия Сергеева. Да. Я решила сама вам принести. А в журнале выдачи потом распишитесь. Спасибо вам, Марина Сергеевна. Да. Спасибо огромное. Пожалуйста, пожалуйста. До свидания. До свидания. Алло, Алена Андреевна Сергеева,
Здравствуйте, это капитан полиции Добрякова. Я бы хотела с вами срочно поговорить по делу вашего бывшего мужа. Здравствуйте. Я вам звонил, моя фамилия Добряков. Здравствуйте. Виктор Сергеевич отошел ненадолго. Ничего. А могу я с вами пока поговорить? Вы не будете возражать? Не возражаю. Скажите, а какой был ваш шеф? Игорь Романович? Да. Сильный, властный, своенравный, крутой в общем. А были у него враги? Наверное, это же бизнес. Вы знаете, он особенно не церемонился с людьми, вел себя высокомерно. Правда, в последнее время он очень изменился. Изменился? Да, он мягче стал, улыбаться стал чаще, даже шутил. Но влюбился, в общем. А почему вы подумали, что он влюбился? Ну, есть приметы, по которым можно определить влюбленного мужчину. Серьезно? Ну, конечно. Ну-ка. Новая прическа. Так. Глаза горят. Он смс-ки начал писать. Представляете, как подросток. Ну, это 16-летний влюбился, значит. Здравствуйте. А вы ко мне? Да. Вы извините, день сегодня сумасшедший. Прошу. Враги? Ну, тут далеко ходить не надо. Игорь Капитал, Романов и Рабинович. Слышали, наверное, о них? Извините, нет. Через 10 дней тендер на освоение 30 гектаров на юго-западе города. Сделка века. Претендентов двое, мы и они. Ну, хотя, видимо, теперь только они. А вы? Разве вас нет, Долифер? С какой стати? Я работал за зарплату. После особо успешных сделок получал бонус. Меня все устраивало. Теперь... Что теперь? Я не думаю, что Вера Федоровна будет продолжать бизнес мужа. Почему? Мне кажется, она продаст компанию и будет жить в свое удовольствие. Ну да, ну да. Кстати, а где она сейчас? Скорее всего, занимается похоронами. Нет. Она кино снимает. В смысле? В прямом. Димка когда-то был лучшим репортером криминального вестника. У него нюх был на опасность. Он был очень осторожным. Он никогда не стал бы пить с человеком, которому не доверял. Так что собутыльник с ножом — это бред какой-то. Да ладно, чего уж теперь вспоминать. Семен сидит, никто уже этим делом заниматься не будет. Я этим делом занимаюсь. Поэтому и пришла. Скажите, а может быть, у вас остались какие-то его вещи? Да какие вещи? Ну, документы там, фотографии. Доберите чего уж теперь. Спасибо. Калибр 9 миллиметров. Стреляли в упор. Товарищ капитан, похоже, торопились. Билеты на Гамбург. Вылет через 2 часа. Интересно.
твой Антон все-таки молодец. Да, пап, поэтому я за него и вышла. Папа! Папа! А чё ты? Папочка! Давай, папочка! Так, все, спасибо, свободен. Проходи. Да проходи, проходи. Даже не знаю, как мне к тебе обращаться. Ой, прекращай ты. Садись. На, держи, ешь. Я тебе сейчас кофейку налью. На. Голодный. Так, кофе, бутерброды. Уютненько. Вы уже написали признательные показания? Не валяйте дурака, подполковник. Я же вам сказал, что ничего подписывать не буду. Конвой! Уведите его. Обвинительное заключение вечером должно быть у меня на столе, Зоя Николаевна. Зоя. Ты это... Как насчет, может, вечером встретимся, а? Я не могу. Мне нужно обвинительное заключение писать. Ладно, завтра напишешь. Послезавтра. Тогда... Всем в сауне у Гавриловича. А кафе вас не устроит? Какое кафе? Зоя, ты что, голодная, что ли? Не забудь. Всем. Такое забудешь. Вот и молодец. На, а тебе. Спасибо. Мужики, вы ничего не попутали? Морду ему протри. Наконец-то, 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 на... Господи, да вы что, били его, что ли? Развяжите немедленно! Свободный. Еще раз извините. Ну и кто вы такие? Антон Антонович, уверен, наверняка у вас есть к нам вопросы. Кто вы такие, а? Аллочка, будьте любезны, кофе. Я Вадим Рабинович, а это Иосиф Романов. Y-капитал. Y-капитал. Ну что же вы хотите, господа капиталисты? Антон Антонович, мой папа работал в симфоническом оркестре. Совхозом. А папа Йоси, он кандидат философских наук. Вы понимаете, да? Ну, да. Ну и мой папа был водителем троллейбуса. Дальше-то что? Мы обычные люди. Да. Просто умеем зарабатывать деньги. Да. Вот так похищать людей среди бела дня, да? Антон Антонович, ну простите, пожалуйста, но мы хотели просто вас нанять. Нанять? Да. Меня. Разрешите? Да, 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 да. Аллочка, спасибо. Спасибо. Антон, присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Печенье, угощайтесь. Прошу.
Спасибо. Послушай. У вас хорошая репутация. Защитите наше доброе имя, мы хорошо заплатим. Конечно. Послушайте, даже смешно. Вы ведь главный конкурент убитого. И вы нанимаете меня таким странным образом? Антон Антонович, ну да, да, да. Понимаете, нам действительно выгодна была смерть Щербакова именно сейчас. Но мы этим не занимаемся. Мы не убиваем людей. Угу. Послушайте, господа Рабинович. Что вы, просто Вадим и Иосиф. Да. Дело в том, что смерть Щербакова обвиняет моего лучшего друга. Тогда считайте, что вы наняты? Да. Чтобы найти настоящего убийцу, спасти вашего друга и нашу репутацию. Тем более, что Игорь, он, ну, как бы был, как это помягче сказать, лихим человеком. У него были эти враги. Точнее, один враг серьезный. Этот Сумароков Андрей Вадимович. Да. И понимаете, Игорь постоянно переходил ему дорогу. Ну, чего греха таить? Мы даже ждали, что Сумароков отомстит ему. Тогда мне все понятно. Спасибо за кофе. Я пошел. Вадим. Антон. Так мы договорились. Никаких зацепок. Соседи Зуевой ничего не видели, ничего не слышали. Алло. Алло, Зоя. Найди мне, пожалуйста, последние разговоры по мобильному Щербакова Игоря. Да, и смс-ки обязательно. Прошу вас. А волшебному слову тебя не учили? Пожалуйста. И еще, найди мне по базе такого Сумарокова. Андрея Вадимович. Сумароков Андрей Вадимович. Алло, я тебе без базы скажу. Сумароков вор в законе, кличка Сума. Только он уже несколько лет законопослушный бизнесмен. Ага. А спасибо он, видимо, нам завтра скажет. Здравствуйте, молодые люди. Здрасте. Зоенька, а где ваш начальник? Он мне нужен, а у него кабинет заперт. А он в сауне. Меня поджидает. А вы, я так понимаю, не горите желанием. Что ж, готов принять огонь на себя. Значит, вы, Антон, и есть частный детектив. А что, полиция уже не расследует это дело? Ну почему же расследует? Просто Артем мой хороший друг. Я никогда не знала его друзей. Скажите, а вы никогда не жалели, что ушли от Артема? Жалела? Антон, вы хоть раз были в Париже перед Рождеством? Хоть раз пили кофе на крыше римской гостиницы с видом на Ватикан? Антон, дорогой, у меня три машины. Дом, прислуга. Что же, только ради этого вы его бросили? Из таких только и состоит настоящая жизнь. Да. А вы с мужем как-то оговаривали развод? Ну, думаю, голый бы он меня точно не оставил. У него было завещание? А с чего вдруг такие вопросы? Что вы делали прошлой ночью? Наша съемочная группа остановилась в загородной гостинице. Я ночевала там. Домой ехать было уже поздно. Понятно. Вера Федоровна? Да. Здравствуйте. Начинаем. Я поняла, сейчас иду. Извините, Антон, мне пора. А, ну да. Все-таки удивительно. Я всегда думал, что богатые люди только спонсируют кино, а потом приходят на премьеру. Это не обо мне. Я привыкла все контролировать. Только так можно быть уверенной в результате. До свидания, Антон. Да, всего доброго. Спасибо. Вот так вот, дядя Ваня. Этот Сергеев на убийстве папы, похоже, дважды решил заработать. Сначала от заказчиков деньги получил, а потом еще с подельника хотел стрясти. Я так думаю, он его фотками шантажировал. Вот только подельник это дело по-другому решил. Вы все тут сговорились, что ли? И
Извините, пожалуйста. Опаздываешь, опаздываешь, зайка. Пробки. Вы? Здравствуйте, Вениамин Петрович. Что вам здесь надо? Поговорим о моем подзащитном Леднёве. Пошел вон! Значит, в неформальной обстановке поговорить не желаете? Нет. Тогда приду завтра с официальным визитом. Всего доброго. Всего. Ну, мент, что надо? А то я занят. Ты смотри-ка, сразу срисовал. Биография так сложилась. Да уж, сама биография у тебя дивная. А мне стесняться нечего, всегда по понятиям жил. А вот для тебя, мент, я не с ума, а господин Сумароков. Зачем пришел? Я тут расследую убийство одного господина. Щербаков фамилия, может, слыхал? Не любил я покойного, врать не буду. Пустой был человечек. Зону не топтал ни разу, а понтов на пятерых. И ты решил его приговорить, так? Я бы тебе, мент, и слова не сказал. Но ты же все равно не отвяжешься. Не отвяжусь. Давай так договоримся. Я тебе всю правду, а ты отваливаешь по-быстрому. Давай попробуем. Давно я Игорю Щербакову приговорить хотел. Руки чесались. Но опередил меня кто-то. Так что еще лучше. Ну, спасибо за совет, господин Сумароков. Что, судя по оружию, это тот самый убийца Зуевой. Я его, конечно, выкатил, скопирую, сделаю баллистическую экспертизу. Ну, вообще-то и так все ясно. Ты-то ему чем насолил? Идеи есть? Идеи-то есть. Фактов нет. Главное, Антоша, идеи. А факты – дело наживное. Привет, частник. Здорово, служивый. Насчет Щербакова ты был прав. Последнее время он писал очень много смс-ок, но и звонил, конечно, частенько вот на этот номер. Чей телефон проверили? Обижаешь. Лукьянова Елена Олеговна. Вот адрес. Чего головой вертишь? Ищешь кого? Угу. Ищу. Девушку красивую, молодую, симпатичную. Нашел место. Алло. Алло. Спасибо, Костя, я сейчас. Ты куда? Госпожа Лукьянова. Да, извините, мы с вами знакомы. Нет, извините, ради бога, нам нужно поговорить. Нет, Елена Олеговна, мы с вами не знакомы. Меня зовут Антон Добряков. Я капитан полиции. Мне очень нужно с вами поговорить. Извините, но мы можем поговорить с вами в другой раз. Не здесь и не сегодня. Извините, но нам придется поговорить именно сегодня. Я понимаю, не здесь. Я подожду вас на выходе.
Товарищ капитан, к обеду обвинительное заключение по делу обвиняемого Леднева должно быть у меня на столе. Доказательств не хватает, товарищ подполковник. Плохо работаете, Зоя Николаевна. Вам времени до обеда, иначе я ставлю вопрос о неполном служебном соответствии. Я очень любила Игоря. И он меня тоже. А вы знали, что он женат? Да, конечно. Игорь говорил, что решит эту проблему. Лен, скажите, а господин Щербаков тянул с разводом? Нет, он даже торопился. Хотел закончить дела, поговорить с Верой, с женой. Он даже на операцию лег, чтобы потом... Мы просто собирались вместе поехать на несколько месяцев. Извините, у вас все? Да, спасибо. До свидания. Всего доброго. Может быть, вас подвезти? Нет, спасибо. Антон, здравствуйте. Николай Захарович из больницы. Здравствуйте, Николай Захарович. Что-то еще вспомнили? Туфли у нее были, у Антонины-то. Тут красные. И что? Ну, как? Что? Пришла-то она в обычных своих. Цвет я не помню, но точно не красные. Потом ночью на улицу выходила. А вернулась-то она в других? Шикарные. Красного цвета, что самое главное. Да, действительно странно. Спасибо вам большое. Если еще что-нибудь вспомните, звоните. Ага, ага. Пожалуйста. Да. Антон, ну, все подтвердилось. Пистолет твоего гостя тот, из которого была убита Зуева. Убийца Мамонов. Семен Викторович, 70-го года рождения, судимый. А как вы думаете, он мог задушить Щербакова? Антон, у него пистолет с глушителем. Ну, зачем ему подушка? В принципе, логично. Алло, Антох, это я. В общем, охранник твой из больницы, его не опознал. А теперь самое интересное. Мамонов сидел по 223-й. Изготовление оружия. Ага. И знаешь, как он раскрыл потом свой талант? Пошел в кино пиротехником. Угадай, куда? Неужто к Вере Щербаковой? Да ты прям экстрасенс, частник. Здрасте. Здравствуйте, а Веры Федоровны еще нет. Еще? А она что, после поминок должна была сюда приехать? И что? Вы представляете, как ей сейчас одной? Даже не представляю. Здрасте. 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 Девушка, я вообще-то хотел поговорить про вашего пиротехника. А про Сеню Мамонова? А он сегодня на работу не вышел. Как так? Почему? Да лучше бы больше не выходил. А что так? Ну, неприятно. Он тип уголовник. Я у него татуировку видела. И жлоб. Меня ненавидит. А кто его взял на работу? Вера Федоровна сказала, очень ценный специалист. Только вы ей не рассказывайте, что мы вам тут наговорили. Нам с ним еще работать. Да боюсь, уже не придется. А я у вас там видела актер вот известный этот там... Алтунин. Да. У меня жена так его любит. А можно автограф его попросить? Конечно, можно. Только это не Алтунин. Это каскадер наш, Славка. Он просто загримирован под Алтунина. Это Сашенька у нас гений. Саша, покажи фотографии. Да ладно вам, девчонки. Саш, ну хоть одну покажи, ну чего ты? Ну все, все уговорили. Вот,
Смотрите. Ну, как по-вашему, кто это? Ну, вроде Мерлин Монро. Это Вера Федоровна. Да вы что? А зачем же вот так? Не зачем. Вера Федоровна взрослая женщина, и она любит эксперименты, понимаете? Эксперименты? Ха. Теперь я все понял. А что? Извините, мне пора. Как? А вы разве Веру Федоровну не дождетесь? Нет. И передайте Вере Федоровне, что ей очень идут красные туфли. Зоя, это я. Слушай сюда. Открыто! Здравствуйте, Вера Федоровна. Я вас жду. Проходите, присаживайтесь. Кофе? Чай? Не прикидывайтесь дурачком. Вы ведь все знаете, да? Что ж вы молчите? Хотите, чтобы я вам рассказал? Узнали, что у вашего мужа есть любовница. На развод вы не согласились, потому что после него вам бы пришлось попрощаться со многими дорогими игрушками вашей жизни. Ну, такими, как кино, например. Вам бы самому в кино сниматься. Вы уговорили своего мужа лечь в больницу. Потом предложили Зуевой деньги. А так как бедняжка вся в долгах, как в шелках, из-за лечения сестры, ей пришлось согласиться. Я уж не знаю, что вы нашептали про ваши фокусы с гримом, но про убийство вы ей вряд ли сказали, правда? Затем гример Сашенька гримирует вас под нее. Кстати, как вам удалось ему объяснить? Романтическое свидание, естественно. Подменив Зуеву, вы убиваете собственного мужа и уходите. Остается только одно – убрать главного свидетеля. И ваш пиротехник Мамонов убивает медсестру, а потом уходит, приходит в гости ко мне. Ну, вы сами виноват. Слишком рьяно взялись за дело. Одного не могу понять. Зачем нужно было так все усложнять? Ваш пиротехник мог убить вашего мужа где угодно. Мне самой хотелось это сделать. Знаете, такая маленькая женская слабость. И потом я привыкла все контролировать. А Артема обязательно было подставлять? Тема. Тёма дурак. Ну скажите, какой идиот согласится оперировать своего соперника? За глупость надо платить. Вы правы, Вера Федоровна. Надо платить. Было глупо надеть красные дорогие туфли. Ну да. Ну ничего, я исправлюсь. Нож! Вот так вот. Выходим. Я буду навещать тебя, Вера. Да иди ты. Я в твоем благородстве не нуждаюсь. Понятно? Вера. Давай, давай. Антуха. Сколько их дадут? А сколько вы хотите? Вера... Она не хотела убивать. Она просто играла в убийцу. Она талантливая актриса, очень талантливая актриса. Она перепутала реальность и кино. Это уже не талант, дорогой мой. Это диагноз. Артем, я не понимаю. Ты что, все еще ее любишь? Зоя, она не чужой мне человек. Можете считать меня психом, только... Лазарь Моисеевич, помогите ей, а? Чуть что сразу, Лазарь Моисеевич. А я, между прочим, дорогой адвокат.
Добряков, а ты бы смог мне такое простить? За это у меня очень плохая актриса. За это и люблю. Конечно, не гранд-опера. Помню, в Париже на саммите после переговоров сняли зальчик на час. Вот там я пел, да. Простите, но на вашей карте нет денег. Плохо искал, любезный. На, попробуй это. Эта карта тоже пуста. Может, посмотрите наличные? Мы что, на рынке, а? Минуточку. Что происходит? Это недоразумение, ребята. Доигрался. Да. О, это самое доброе утро из всех в моей жизни. Оладушки, оладушки, где были узаюшки? Черт! Опять убежала. Да что ж такое? Опять варить придется. Ну ничего, чаю попьем. Ну давай чай. Ну что? Какие у тебя планы на сегодня? Ну, чтобы это доброе утро бурно переросло в добрый день. Ну а вечером романтический ужин. А у тебя? А я вот всю голову ломаю. Ну не мог этот Семин Сергеева убить. Уж больно гладко как-то все получается. Где Дмитрий Сергеев? Закатил уже 2 года как на кладбище. Спился, что ли? Не, убили его. Так что собутыльник с ножом — это бред какой-то. Да ладно, чего уж теперь вспоминать. Семин сидит, никто уже этим делом заниматься не будет. Сначала Сергеев моего папу убил, а потом его самого. Через неделю убивают в бытовой поножовщине. Этот Семин сидит в Воронинской колонии. Я через знакомых договорился, нам организуют с ним свидание. Сегодня можем поехать? Угу. Слушай, спасибо. Ну. Спасибо тебе огромное. И ведь самое главное, дядь Ваня, Антоха ведь всему вашему отделу раскрываемость делает. Доктор, и вы тоже. Простите, Леночка, но согласно последним исследованиям, тяжелобольным нельзя резко отказываться от вредных привычек. Может быть, огромный стресс? Лазарь Моисеевич вас рекомендовал. Я очень рассчитываю на вас, Антон. Лазарь Моисеевич плохого не посоветует. Не волнуйтесь. Сделаю все, что смогу. Здрасте. Добрый день. Ого. Похоже на допросную камеру из американских фильмов. Ну, почему же камера? Вполне современный кабинет. Только люди сидят, как рыбки в аквариуме. Вам, Антон, очевидно, не приходилось бывать в современных офисах западного типа? Бог миловал. В общем, это у нас отдел финансовых перечислений. Наши сотрудники оперируют кодами и паролями. Цифровые комбинации очень длинные, запомнить их невозможно. Но при этом совершаемые именно в этой самой комнате переводы каким-то непонятным образом уводятся от получателя и исчезают. Ну, они сидят же за компьютерами. Может, они прямо сейчас и гонят ваши денежки куда-нибудь. В Гондурас. Это невозможно. В
Все компьютерные операции отслеживаются нашим специалистом. Извините, я вас не представил. Евгений Леонидович, наш начальник охраны. О, но если у вас есть специально обученные люди, тогда зачем я вам грешный понадобился? Вы сыщик, а нас учили другому. Интересно, чему другому вас учили? Если вы не можете понять, что любую комбинацию цифр можно запомнить, записать на клочке бумаги. Или вот, на пальце, сбоку, чтобы никто не видел. Можно. Но хакерские уводы происходят в то самое время, когда все трое спокойно работают вот в этой самой комнате. Мобильные телефоны они сдают при входе. Ну, куда-нибудь они у вас уходят. Мальчики, я за кофе. Кому принести? Мне нет, Ирина Петровна. Терпеть не могу. Наше пойло. Я тоже пас. Понятно. А может она сейчас позвонить, например, с телефона мобильного подруги или по городскому телефону? Наша служба безопасности вынуждена была проверить кое-что. Мы прослушиваем телефоны некоторых наших сотрудников, анализируем их личные финансовые возможности, выборочно следим. Нормальненькие у вас тут порядочки. Никто из служащих отдела не пытался передать финансовую информацию посторонним в течение рабочего дня. А обед? Нет, они могут выходить, естественно, но чаще заказывают пиццу. Это Сергей и Женя моду такую завели, а потом Ирина Петровна втянулась. Заказывают всегда в одной фирме, даже доставщик один и тот же. Петренко Денис Васильевич. Мы его проверили, ничего подозрительного. Кстати, пиццу скоро должны принести. Я, как главный бухгалтер, за этот транш перед начальством отвечаю головой. А вышло что? Я деньги в банк перевел, а до партнеров они не дошли, хотя из банка вышли. И главное, претензии предъявлять некому. Странно. А почему ваше начальство к нам не обращается? Слушайте, ну а я откуда знаю? Я так понимаю, моим заявлением никто заниматься не будет. Я буду жаловаться. Да успокойтесь вы, не волнуйтесь. Заявление я у вас приняла, мы разберемся. Заявление приняли. Кто бы мне теперь деньги нашел? Ручку. А? Ручку свою заберите. Извините. С тех пор, как все это началось, я ни есть, ни спать не могу. Что, неужели так много украли? Вы имеете в виду сумму? Да. Для человека огромная. Для банка, скажем, ощутимое. А главное, кражи продолжаются. Евгений Леонидович, вы просили сказать, когда пиццу привезут. Да, спасибо. Можно? Конечно. Вот видите, они даже не выходят. Деньги дали Василию, охраннику. Он бы заметил любой посторонний предмет, тем более клочок бумаги. Да уж, конечно. Заметил. А вы камеры высокой четкости не пробовали ставить? По этим же не видно ничего вообще. Что-то случилось? А, нет-нет. Все в порядке. Просто с чего-то надо начинать. Пожалуйста, Антон, начинайте побыстрее. Под угрозой репутации нашего банка. Доброе имя. Понимаете? Вот, возьмите. Здесь анкеты всех сотрудников отдела перечислений. А беседовать с ними? Вы не пробовали? Ведь если бы нам нужна была ваша помощь, Антон, мы бы к вам не обратились. Ну, извините. Понятно. Ничего-ничего. Да, слушаю. А у вас есть опыт работы в органах? Нет, нет. Конечно. Всю ближайшую неделю я занят. Я капитан полиции. А побыстрее нам нельзя встретиться, Максим Анатольевич? У нас заявление об уводе денег из вашего банка. Подумайте о своей репутации. Представляю, как будет не хватать привычных методов. Привязали, знаете, бы всех к стульям и били, пока не признаются. До свидания. Да, да.
моей репутацией уже занимаются. Знаете, Евгений, сказать честно, не получится нас с вами дружить. Хотя не очень-то хотелось, извините. Пожалуйста. Благодарю. Что-нибудь будете? Мне, пожалуйста, американо. Хорошо. Вы извините, пожалуйста, что я вот так вот нагло к вам присел. Я видел, что вы выходили из банка и хотел у вас спросить. Спрашивайте, только сразу предупреждаю, о нашей встрече я должен буду сообщить службе безопасности. А вдруг вы жулик? Скажете тоже жулик. Нет, вы что, ну какой я жулик? Я просто хотел открыть счет. Ну, а в наше время найти хороший банк, вы понимаете. Вот и решил вас спросить. Значит, решили доверить Сильвербанку свои кровно заработанные копейки? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. А вы считаете, не стоит? Да нет, почему? Банк крепкий. Никуда не денутся ваши 5 золотых. Ну, все-таки как-то странно говорить. Да вы не обижайтесь. Просто денег нужно иметь столько, чтобы не думать о них. Ха-ха. Где же их столько найти? Угу. Этот вопрос уже каждый решает по-своему. А вы уже этот вопрос решили? А для меня деньги просто работа. А счет смело открывайте. Наш банк не хуже, не лучше других. До свидания. Костя, короче, дело есть. Ну что, куда пойдем сегодня? Да ты знаешь, сколько в городе Петренко. Тысячи. И половина из них Денисы. А я тебе сейчас номер одного байка дам, и останется только один Денис. Петренко. Ладно, диктуй. Пробью по старой дружбе. Номер такой. 8775. Регион 94. И еще. Я сейчас тебе фотографию одного мужика пошлю. Нужно будет установить личность. Не, ну ты вообще. Может, тебе еще дома прибрать? Спасибо. Площадь Борьбы. Садитесь. Телефон они прослушивают. Фрейра. Я сейчас буду. Дворец культуры металлистов. Конечно. Да, Виктор Викторович. О. Я к вам по делу. А кто и когда ко мне Костя заходил без дела? Просто чайку попить. А что там у тебя? Скажите, у нас не появилась какая-нибудь программа распознавания, чтобы по фотке в базе человека найти? Такая программа, Костенька, это я. И расскажу я тебе про этого типа все.
страну наркотики. Они грабят и убивают русских. Мы должны дать им решительный отпор. И я должен сказать, что мы не одиноки в нашей борьбе. По всей России уже поднимаются здоровые патриотические силы. Предлагаю организовать вооруженные бригады в каждом районе нашего города. У кого телефон? У кого телефон? Окно! Охрана! Охрана, задержать лазутчика! Я его вижу! Немедленно поймать его! Давай быстрее! Держи, держи его! Да-да. Зоя Николаевна, когда статистику по раскрытиям мне сдадите? Когда допишу, тогда и сдам. Сегодня вечером. В сауне? Это как уж тебе удобно. Мне удобнее послезавтра, на совещании. За что я тебя уважаю, Зоя? Это за твою неприступность и принципиальность. Это тебе. Что это? У меня даже машины нет. Будет. Держись меня, и все у тебя будет. Конёк, горбунёк, ну что ж ты? Алло, Кость. Ну, ну можешь ты найти время, когда звонить, еле ноги унёс. Кого? Да меня чуть нацисты не убили. Кто? Неважно. Чего звонил, говори. Записывай адрес этого своего мотоциклиста. Ну, то есть Петренко. Да диктуй, я запомню. Рубиновая 5. Квартира 25. Спасибо, Костя. Погоди, а что, деятельность фотографии тебя уже не интересует? Что, нашел? Скажи спасибо Виктору Викторовичу, что у него память такая. Погоди. Антон, привет. Слушай, ты где таких персонажей откапываешь? Судьба сводит. Виктор Викторович. Значит, интересно живешь. Жилейкин это. Жилейкин Егор Павлович. Наш клиент? Наш. Спец по банкам и ювелирке. Последний раз попался в 2005-м на ограбление ювелирного. Украденные не вернул. Отсидел, от звонка до звонка по полной. Что бы я без вас сделал, Виктор Викторович? А вот уйду на пенсию. Посмотрим. Здрасте. Денис Петренко? Да, я. А вы? Меня зовут Антон Добряков. Я занимаюсь частным сыском. Я могу войти? Класс. Проходите. А как мне вас называть? Детектив? Проходите. Ну, с чем пожаловали, товарищ? Я распутываю одно дельце. Запутанные. Поэтому пришли ко мне? Именно. Я видел вас сегодня в банке. А, я же просто... Я знаю, вы курьер. Но, честно говоря, на разносчика пиццы не очень-то похож. Вас удивляет, что я развожу пиццу, а не просиживаю штаны в каком-нибудь офисе за лишние $200, да? Ну да. Это что, протест? Да нет, это... Мой жизненный путь. И мне он нравится. Вы, кстати, что-то там говорили про какое-то расследование. Да, руководство Сильвербанка
попросила меня выяснить какие обстоятельства. А при чем тут я? Ну, вы бываете там почти каждый день. Может быть, заметили что-то странное, подозрительное? Нет, я ничего не видел. Ваша? Первый класс. Самое правильное время. Тогда было все просто, честно и радостно. Я храню, дабы не забыть состояние. И что? Получается? Ну, иначе бы она здесь не висела. Школа 27. Район Изма... А, нет. Район... Нет, ребята, вы не одноклассники. И даже не однокурсники. Хотя... Да, Зая. Я, извини, не слышал. Я тут работаю и... А меня с какой целью ты заставил тут торчать? Или про колонию это была шутка? Зай, будь там. Я сейчас мчусь тебе. Все как всегда, Добряков. Ну давай, конечек, давай. Капитан, Зою Николаевну не видел? Нет. На месте ее нет. Дежурный видел, как она выходила. Не знаешь, куда? Я за ней не слежу. Я работаю. Работает он. Он чьи с Викторовичем распевает? Работнички. Менты, значит. А я-то думаю, что за родня у меня объявилась. Видать, дело серьезное, раз кум свой кабинет не пожалел. Аркадий Николаевич, опишите обстоятельства, при которых вы убили своего соседа Дмитрия Сергеева. Проснулся, в руке нож, кровище море. Сахаты возле стола, лежит с перерезанным горлом. А рядом менты. Подождите. То есть вы не помните, как вы убили Сергеева? Я его не убивал. Помню, как заснул почти трезвый. Температура у меня была, горло болело. Я в тот вечер водяры толком выпить не смог. Потом сам подумал, начальник, кто ментов вызвал? Я, что ли, сам себе? Или сахаты с перерезанной шеей? А к вам еще кто-нибудь заходил? В тот вечер нет. Вообще к сахатому мутный тип какой-то прибился. Заходил почти каждый вечер. Сам пил мало. Зато пойло фирменное таскал, дорогое. Как зовут? Сахатый бароном его называл. А как он выглядел? Да никак. Светлорусый с залысинами и тощий, как из концлагеря. Аркадий Николаевич, а вы постарайтесь вспомнить поподробнее, как он выглядел. Может, у него какие приметы особые были у барона этого? Найдем его, глядишь, с тебя обвинения-то и снимут. Так я же ментам про это рассказывал. Толку-то. Даже протокол заносить не стали. Татуировка у него была тюремная. Два побега. А еще сахатый сказал, что барон бутылки из бара тырит. У него там любовница работала. Как бар называется? Бар не знаю, а бабу звали Милана. Я запомнил, потому что город такой есть. Спасибо вам, Аркадий Николаевич. Начальник родной, вытащи меня отсюда. Обещать не буду, Николаевич. Ну, постараюсь. Лазарь Моисеевич. Лазарь Моисеевич? Это вы, Антон Антонович. А я что-то задумался. Ну да. Лазарь Моисеевич, я к вам по делу. Один человек несправедливо сидит в тюрьме. А жизнь вообще штука несправедливая, Антоша. Что ж поделать? Так я вот как раз и думаю, что вы и сможете кое-что сделать. Я предлагаю вам официально быть его адвокатом. Боюсь вы только, что его финансовые возможности... Но
Вы же знаете. Я адвокат. Дорогой, я не занимаюсь благотворительностью. Скажите, а вы Гринберг по отцу или по матери? Ни то и ни другое. Тогда? Видите ли, Антош, в нашем деле имидж – это все. И давайте не будем об этом. Хорошо. Это дело касается убийства Зойного отца. Эх, Антон, вьете вы из меня веревки. А, добрый день. Мне нужен Егор Павлович Желейкин. Егор Павлович дома, а почему? Привет! Давно не виделись. Ируся, мы тут с товарищем покурим, а ты иди пока. Хорошо? Давай, извините. Ну, здравия. А ну, заткнись, гнида, и не дергайся. Желейкин, говоришь, был когда-то такой человек, только он давно взял новую фамилию и новую жизнь. Ты даже не знаешь, кто я. Да плевать, я ходил, кто ты. Я похоронил свое прошлое. Понял? А кто из него ко мне приходит? Сам виноват. По-хорошему говоришь, я пришел. По-хорошему пришел. По-хорошему пришел. По-хорошему и уходи. Дяденьки, это не вы уронили? Ой. Нет. Положи здесь внизу. Угу. Ох, какая хорошая. Буни мне теперь, как писатель. Понял? Ну, чё пришел? Я на Севербанк работаю, а вы рядом ходите. Фу, черт. Да чтоб он сгорел, этот ваш банк. Сколько раз я Иришке говорил, да брось ты к чертовой матери эту работу. Денег на три жизни хватит. Да я не входил туда ни разу. Зуб даю. Не нужен мне твой зуб. А твоя Ирина Петровна, она работает... Короче, я не знаю, что там у вас в банке, но Ириша по-любому не при делах. Чего им далась эта модернизация? Нормальные камеры были, так нет. Деньги некуда сувать. Ну как? Отлично, спасибо. Опаздывайте, Зоя Николаевна. Ну уж садитесь, нам ведь по пути. С каких это пор, Вениамин Петрович, вам со мной по пути стало? А нам всегда по пути была, Зоенька. Только ты упорно не хотела этого замечать. Как насчет ресторана сегодня вечером? Я на диете. Это будет не ужин, а совещание. Так что возражения не принимаются, товарищ капитан. Пристегнитесь, пожалуйста. Кирилл! Простите. Можно вас на пару минут? Вы мне? Да. Можете называть меня просто Антон. Частный детектив? А что вам нужно? Я вообще-то на работу спешу. Не волнуйтесь. Вас простят. Тем более, что ваше руководство меня наняло. Ничего не понимаю. Ладно, давайте только побыстрее. Хорошо. Я знаю, на каком собрании вы вчера были. Хм. И что теперь? То, что слышал я вашего фюрера. Мы не фашисты, а русские патриоты. А тебя не пугает, что я могу кому-нибудь рассказать, что вы собираетесь вооружиться? Чего вы хотите?
Меня, честно говоря, волнует, что вы можете раздеть любимый банк на пару миллионов. Я? Ты. Послушайте, я не ворую денег. Ни у банка, ни вообще. А насчет вчерашнего, вы не так поняли. Просто добро должно быть с кулаками. Извините, мне нельзя опаздывать. Могут уволить. Хотя, может быть, оно и к лучшему. Не дело русскому человеку чужие грязные деньги считать. Как дела, Антон Антонович? А вот торопить меня не надо, Евгений. Я с вас авансы не брал. Вы зря сердитесь. Я просто хотел сообщить, что вчера, где-то через час после вашего ухода, снова произошел хакерский увод денег. Через час? Здравствуйте. Добрый день. Антон Добряков. Очень приятно. Чем могу вам помочь? Мне нужен список вчерашних заказов Дениса Петренко. А вы из милиции? Я из полиции. А мог бы я посмотреть ваши документы? Могли бы. Ну? А список? Ну, послушайте, я же вас не ключи от сейфа прошу, а? Ну, не знаю, не знаю. Алла, распечатай мне, пожалуйста, список вчерашних заказов Дениса Петренко. Спасибо. Две пиццы с салями на третий столик. Есть две пиццы с салями. А вам зачем, если не секрет? Не секрет. Чтобы поймать преступника. Какого преступника? Опасного. У меня к вам еще одна будет просьба. Еще одна? Да. Пицца большая, кантри ваша? Угу. Заходи. Подожди, а где Денис? У нас сегодня заказов много. И Денис не успел вернуться из загорода от клиента. Вот меня послали. Ага. На. Дверь захлопнешь. Я храню, дабы не забыть состояние. И что? Получается? Ну, иначе бы она здесь не висела. Опа, как интересно. А на чай? Слушай, друг, а можно туалетом воспользоваться, а то... Ну, иди. Слушай, друг, а что-то у тебя на кухне газом пахнет. Может, утечка? А то так заработаешься. Как? Чувствуешь? А ты не чувствуешь? Точно. Жуть. Проверим вас, школьные друзья. Ну, да сколько она фигачит? Я ж только с утра чайник ставил. До вечера точно в ласты склеил. Нормально. Спасибо. Ты мне, типа, жизнь спас. Ну, конечно. Конечно, я их всех помню. Ой, бедные ребята. Ну, почему же бедные? Ну, потому что в то время лихорадочно расселяли коммуналки, и они все разъехались по разным районам. Представляете, какая трагедия была для детей? Первая дружба, первая влюбленность. А о ком именно вы хотите узнать? Про Дениса Петренко. Он же был ваш ученик. А вот он, Денис. А рядом с ним друзья. Вот Петя Лысиков. Очень способный мальчик. И Женечка. Они хорошо учились, все на лету схватывали. Так. Вы представляете, их дружба была дороже золота. Угу. Горой друг за друга стояли. Однажды, помню, кажется, во втором классе они побили шестиклассника. Можете себе представить? Он обидел кого-то из них, и вот они пошли защищать. Вот так. Простите, Нина Васильевна, а как вы сказали фамилия друга? Дениса. Дениса. Женя. Семенов. Семенов Женя.
И вы хотите сказать, что они окончили разные школы? Ну, конечно. Я же вам говорила. Вот я идиот, да? Тихо, внук спит. Вот я идиот. Вы знаете, что они до сих пор дружат? Вот этот вот Женя. Семенов. И Денис. Петренко. И Лысый. Ну что вы, это Петя Лысиков. Я пошла к внуку. Чего тебе еще? Ты Зойку не видел? На твои звонки она уже не отвечает. Я бы, кстати, тоже не отвечал. Тебе постоянно что-то надо. Видел я твою Зойку. Новое дело у нее, хищение из банка. Она даже с управляющим не может встретиться. Он постоянно от нее бегает. Представляешь? Погоди, а что за банк? Сильвер. Ну и отлично. Ты знаешь, а я нашел преступников. Да ну? Не да. Ну, а ну да. И управляющий банком мой новый клиент. Только Зойке пока ничего не говори. Ладно. Антон Антонович, за кого вы меня принимаете? Я это уже 10 раз пересмотрел. Смотрел он. А увеличить не догадался. Максим, рабочий день уже закончен? Да. Сотрудники уже разошлись. Угу. Тогда я попрошу вас пока ничего не предпринимать. Я вам позвоню, и самое позднее завтра у нас будет видна схема преступления. Отлично. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Алло, доставка пиццы на дом? Можно заказать пиццу на дом? Только у меня просьба, чтобы ее доставил Денис Петренко. Ага. Пишите адрес. Максим Анатольевич, я... Действуй. Ты знаешь, что делать. Бомба. Открыто, входите. Антон Добряков. А у меня, кстати, было предчувствие, что мы с вами очень скоро встретимся. Пожалуйста, ваша пицца. А знаете, почему я попросил доставить ее именно вас? После последней нашей встречи я же вам даже телефона не оставил. А вдруг что? Только у меня вот ни ручки, ни карандаша. У вас нет? Ну, ничего. Царапа. Видно плохо, но если присмотреться, спасибо. Ребят, заходите, я был прав. Ребят, смотрите, какой крысюк прикольный. Жека, глянь. Не трожь. Тот самый тип, который меня возле банка колол. Лоха изображал. А мне пиццу с понтом приносил. Оборотень. Ребята, давайте Крючука с собой заберем. Шикарное животное. Слушай, хватит прикалываться. Пошли. Что ж теперь прикажешь делать с тобой, а? Антон Добряков. Ну, циркулярной пилы у меня нету, поэтому давайте, братцы, начинайте так, ножовочкой. Нет. Никто тебя не собирается убивать. Теперь тебе придется здесь посидеть пару дней. Ну, извини. Кто же виноват, что ты такой догадливый оказался? Был бы догадливый, сейчас бы вот так не стоял. Ну, хватит мечтать. Так, воду мы тебе оставим, пиццу, кстати, тоже, ну, если дотянешься. Ну, а мы с ребятами через пару дней будем там, где нас никто никогда не найдет. Жек, кстати, отпуск взял в банке, его там не хватится, а мы с Петей и так невидимки.
Море, море, море! Значит, три товарища. О, старая дружба, она бесценна. Мы еще, кстати, с первого класса поклялись, что когда к 30 годам разбогатеем, и уже будем жить, как только нам будет угодно. Получилось даже раньше. Все, поехали уже. Ади. Добрый вечер всем. Попрошу не совершать резких движений. Что? Вы за мной следили? Только из соображений вашей же безопасности. Тихо. Не забудьте зайти в банк за гонораром, Антон. Спасибо. Уводите их, парни. Ого. Ну что, деятель, ты попозже не мог приехать? А ты подальше от города не мог поселиться? Пока по пробкам доберешься. А мигалки врубить не судьба? Ну ладно, ладно. Так, все, пакуйте их. Подождите. У меня приказ доставить их в банк. Приказы здесь отдаю я. А вас милости просим завтра утром с Максимом Анатольевичем на допрос. Зоя Николаевна, вас заждалась. Антон Антонович, вы были наняты. Антон Антонович сделал свое дело. Антон Антонович, ну, я воровать не подписывался. Бомба. О, салями. Руки. Не, ну правда до тебя далеко добираться? Я спрашиваю, мыли? Да, Вениамин Петрович. Нет, с рестораном сегодня, к сожалению, не получится. У меня встреча с информатором по делу Сильвербанка. Да, прямо сейчас. До свидания. Разбежался я с тобой по ресторанам ходить. Да уж. Я же сказала, я не... Привет. Как насчет романтического ужина? Мы же вчера планировали, помнишь? Я-то помню. Ну? Ладно, заходи. А я, между прочим, твое дело раскрыл по Сильвербанку. Поэтому считаю, что теперь ты просто обязана меня простить. У тебя сейчас идиотский вид. У меня сейчас счастливый вид. Ну, тогда я тебя немножко расстрою. Кофе нет. Я забыла в магазин сходить. Ну, хорошо. Значит, будет еще минут пять поваляться вместе. Давай сегодня вообще никуда не пойдем. Ты что, забыл? Нет, конечно. Ну и что, ты не забыл? Мы сегодня кого-то ждем в гости? Нет, или... Сейчас, подожди. Вспомни. Мы должны гоняться за бароном, у которого два побега из тюрьмы, и найти девушку по имени... Милана. Молодец ты, прикол. Молодец. Можешь же, когда хочешь, даже без вкуса. В общем, так. Бароном займешься ты. А я буду обзванивать бары. А давай я по барам. Угу, сейчас. Не мужское это дело, телок по барам искать. Понял? Конечно. Так, все. Приказы не обсуждаются. Есть, товарищ.
Товарищ капитан. Господи, кто еще в такую рань? Да, Костя. Спишь? А когда это по утрам спал? Да вы, частники, до обеда спать можете. Издевайся, издевайся. Я, между прочим, здесь с голоду умираю. У Зои ни кофе, ни бутербродов с колбасой. Ладно, не плачь. Я тебе половину бутерброда дам. Так уж и быть. Что звонишь? Работенку мне подкинуть хочешь? А то, ты думаешь, я на халяву с тобой бутербродом делюсь? Я с тебя за это дело еще комиссионное возьму. Давай, записывай адрес. Давай, диктуй, я запомню. Переулок Козлова, 21. Хорошо, уже еду. Давай. Добряков, пляши, я тебе кофе нашла. Правда, только растворимый в пакетиках. Зой, мне Костик работенку подкинул, надо ехать. А с этим новым клиентом ты целый день будешь заниматься, да? Зоя, это работа. Я не могу вот так клиентами разбрасываться. Ну, конечно. Тебе же только на мои дела наплевать, а за бабло, пожалуйста. Слушай, Добряков, а ты зачем сюда вообще пришел, а? Тебе за дело моего отца никто ни копейки не заплатит. Зой! Зачем ты так-то? Кто так ставит? Ты что, с Зойкой поссорился? С чего ты взял? Ты себя в зеркале видел? Давай лучше о деле, а? А что о деле? Вот с этой самой стоянки, посреди ночи, спокойненько так, выехала тачка за 3 лимона. Да, в заборе проломов нет, значит, выехала она вполне культурно. А сторож? А сторож на месте. Александр Васильевич Сидоров. Мужик суперположительный. Да, все его знают, любят, ценят. Никто против него худого слова не скажет. Ну, а я-то тут при чем? Забирайте ее к себе, разбирайтесь. Расклад-то чисто полицейский. Да погоди, не все так просто. Сейчас приедет твой заказчик, хозяин угнанной машины. Вот ты с ним поговоришь, ну и сам все поймешь. Ну где? Что? Что обещал? А. Держи. А почему без колбасы? А я с колбасой не обещал. Ну тогда. Ну ты частник. Вот, посмотрите сюда. Направление разреза справа налево. Вы уверены? Абсолютно. Если правша нанесет такой удар левой рукой, угол будет совершенно другим. Да вы сами попробуйте. Нет уж, увольте. Не понимаю, почему это не отображено в деле. Почему, почему? Никто возиться не стал. Подозреваемый с ножом в руках есть? Что еще надо? А левой рукой он орудовал, правой. Какая разница? Тихо. Простите. Извините. Простите. Спасибо, Виктор Викторович. Помогли очень. Ой, извините. Я знаю, что дело касается убийства полковника Свиридова. Я просто рад помочь. А чай где? Ты сюда чай приехал пить или делом заниматься? А вот и он. А вот и я. Не опоздал? Познакомьтесь, это пострадавший Федор Павлович. Антон? Я так понимаю, машинка уже нашлась? Да это старая, чуть меньше года, а то и 2 недель не было. Не тачка, а зверь. Так покататься и не успел. Ну, вы пока побеседуйте, а я... Петро, подожди меня. Ребят, давайте на базу. Значит, расклад такой, Антон. Тачка застрахована. То, что мне какая-то падла вышивает, мне, в принципе, по барабану. Неприятно, конечно, но ты мне другое сделай. Докажи, что дядя Саня не виноват. Я ментов этих знаю, человека обидеть ничего не стоит. А машинка-то где стояла? А вот там. Они его сейчас возьмут и трясти как грушу начнут. А дядя Саня человек. Сейчас таких уже не выпускают. А вы его хорошо знаете? Как хорошо. 3.5 года с тех пор, как он здесь работать начал. Здесь? Да. Прикинь, бывало, приеду, никакой. Так он сам аккуратненько машинку загонит, на сигнализацию поставит, все дела.
Сколько раз я ему ключи оставлял? Ключи оставляли? Да. Зачем? Ну, да мало ли, механик должен приехать. Или иду пиво пить, чтобы из кармана не выпирали, не мешали. Я так понимаю, вы Александра Васильевича хорошо знаете и полностью ему доверяете. Так а как ему не доверять? Я тебе один случай расскажу. Как-то жена поздно из гостей возвращалась, ну, из такси вылезла. К ней три урода бухих прицепились прямо вон там. Так дядя Саня их отметелил до полусознанки и в полицию сдал. Теперь понимаешь, какой мужик? Ладно, мне пора. Вот тебе аванс. И из будки хорошо видно. Держи, сыщик. За доброе имя дяди Сани. Алло, бар Жираф? А, пожалуйста, будьте добры, Милану. Нет такой. Ну, извините. Алло, райские кущи? Капитан полиции Добрякова. Мне нужна Милана. Ну что, Антон Антонович, можете меня поздравить? Дело Семина я расщелкал. Не сомневался в этом, Лазарь Моисеевич. Скажите, а есть доказательства его невиновности? Дело в том, что этого Сергеева зарезал левша, а Семин стопроцентный правша. Так что можете подавать дело на пересмотр. Лазарь Моисеевич. Я бы на вашем месте пока не делал бы резких движений. Поясните. Если Семина выпустят, возможно, настоящий убийца заляжет на дно. Дельная мысль. Пускай посидит чуток. Глядишь, в колонии работать привыкнет. Послушайте, вы мне очень поможете, если вспомните, не работала ли у вас девушка по имени Милана. Простите, я вам попозже перезвоню. Это ж по какому такому делу от Милана проходит? По личному. Личные дела в рабочее время, Зоенька, и с использованием служебного положения. Непохвально. На частный сыск работаешь? По-моему, в последнее время это частный сыск. Все больше на нас работает. Подозреваемых по делу кражи из магазина ко мне. Завтра, с утра. Вот так. Вениамин Петрович, я... Я занят. Бегу и падаю. Алло? Это снова капитан Добрякова. Я у вас про Милану спрашивала. Да. Привет, частник. А который час? Самое время для тебя сделать по-быстрому 100 отжиманий. Ну и шуточка у тебя. Давай, дуй на нашу любимую автостоянку. У нас тут новые приключения. Хорошо. Бомба. Подъем. Здорово. Здорово. Ну, что тут у вас? Ты не поверишь. Ночью со стоянки, точно так же, как и вчера, угнали еще одну машину. Дежурил опять Сидоров. Понятно. Будете брать или как? Или как. Это еще вчера надо было сделать. Шубин с нас теперь с живых не слезет. Я пообщался с директором автостоянки. И что? Ручается за Сидорова. Что, командир, курим, да? Тачку мне ищите. Тачка полный эксклюзив. Все навороты, кожа, телек. Быстро, пацаны, собрались и поехали. Все лохи головы закручивали, когда я рулил. Да вы успокойтесь, мы ищем тачку вашу. Она застрахована была? Застрахована, успокойся ты. Ищите мне мою тачку, быстро.
Я ее 2 месяца ждал. Я этого деда ногами запинаю. Это вы об охраннике? О ком еще, козел старый? Эй, а потише нельзя? А ты кто такой? Я? А я твой лечащий врач. И что? И ничего. Пошел. О! Слышишь, ты пупок земли. Еще раз я тебя угрозу слышу. Я тебя с землей сравняю, понял? Понял. Понял? Понял, командир. А. Какой тебе командир? Я так мимо шел. Значит так, сиди тихо и сопи в трубочку, понял? Шо! Бегом! Костя, я пойду осмотрю еще. Тварь болотная, ненавижу таких. А ты думаешь, я люблю? Но тачку его искать буду. А, товарищи полицейские, чай будете? Только что заварил. Я буду, спасибо. Я вам проблем не доставлю. Обещаю. Бегать там или больным притворяться не буду. Значит, вы опять ничего не видели, ничего не слышали? Виноват. Готов отвечать по закону. Александр Васильевич, ну зачем вы так? Я же с вами по-человечески. Тогда варенье берите, раз по-человечески. Да нет уж. Пора нам. Вы же понимаете, что вам придется проехать с нами. Само собой. Действуйте, как положено, капитан. Костя! Ну что, нашел что-нибудь? Да нет. Слушай, а он один работал, этот твой Сидоров? Или у него напарник был? Да нет, Антоха. Сменщик у него был один. Несимпатичный, подозрительный тип по фамилии Шелудько. Сидел? Нет, по малолетству как-то ларек грабанул, но условным отделался. А потом вся жизнь. Гастрономы, стоянки, рынки. В общем, биография, надо прямо сказать, не героическая. Понятно. Ну, посмотрим. Так я сейчас Сидорова заберу, он, скорее всего, на смену этот Шелудько и придет мимо. Да, Антон, чуть не забыл. Я разговаривал с хозяином автостоянки, вот его визитка, он просил позвонить. Он ждет. Не сейчас, сейчас у меня другие планы. Хорошо, он частником. Так давай к нам, частники. Посмотришь, как оно, хорошо или... Черт. Опять. Подтолкни-ка, а. Когда ты... Шучу, я новый купил аккумулятор. Давай, ладно, давай. Товарищ полковник. Я занят. Ты такая красивая, Зой. Ты нашего мафиози видела? Какого еще мафиози? Детка определили со стоянки еще утром. С виду божий дуванчик, на самом деле. Что, доказательства есть? А то. Шлагбаум мог только он открыть. Хочешь, вместе его дожмем, а? А то залазил, ничего не видел, ничего не знаю. Не хочу никого дожимать. Строгий выговор с занесением ты хочешь? Ну, где он, этот ваш мафиози? Вот за что я тебя люблю, Зоенька, так это за понимание. Там допросный наш дедок, где же ему еще быть? То есть вы вину свою сознаете? Но сообщников своих в глаза не видели, да? Совершенно точно. Я бы советовала вам помогать следствию. Чем мог, помог. Подумайте хорошенько. У вас не тот возраст, чтобы большой срок из-за своего упрямства мотать. Уведите! Лицом к стене. Упертый гад. Вениамин Петрович, а вам знакомо такое понятие, как самооговор? С чего ты взяла? Да потому что не похож этот человек на преступника. Все они зайки, когда попадутся.
А мне вообще плевать на этого пенсионера. Меня больше ты интересуешь. Вениамин Петрович, я не люблю, когда нарушают мое личное пространство. Да ладно. Я предупреждала. Зря ты так, Зоя! Давай, удиви меня. Ты батарейки запасные взял? Да взял, взял. Гляди, чтоб не было, как в прошлый раз, урою. Да не, я серьезно взял. Ну где ты-то? Может, отложим все-таки, а? У нас менты после всех этих дел каждый день торчат. А вдруг ночью припрутся? Если припрутся, я тебе первые кишки выпущу. Ты бабки получил? Да я просто так спросил, на всякий случай. Может, ты рот закроешь на всякий случай? Показывай давай. Вон стоит. Новый совсем. На, вижу. Давай, Менделеев, работай. Уже работаю. Сейчас. Да хватит играться, время идет. Да я не играюсь, просто подождать нужно. Новая, говоришь? 2 месяца. Хозяин сам хвастался. Готово. Работает. Отлично. Добрый вечер. Граждане уголовнички, вы задержаны. Построились, подравнялись. Ноги! Стоять! Я стою. Вот и умничка. Вот и молодец. А что тебе такое? Ну, это... Дай-ка мне. Только, пожалуйста, аккуратно. Он очень хрупкий. О, ну если хрупкий, тогда держи. Держи. Костя! Это я. Да, богат талантом русский человек. Сам придумал? Да. И что, действительно любую сигнализацию считывает? Практически. Надо только постоянно за новинками следить, совершенствовать. Это правда, что ты студент? На последнем курсе. Ну, отучился, считай. Только вот выпускником... Будешь годиков через 5-6. Как она выключается? Кнопка слева. А. Давайте, ребят, пакуйте его. Черт. Слышь, честник. Ты не знаешь? Они ремонтируются вообще? Не знаю. У меня в отношении тебя уже какой-то комплекс неполноценности. Че это? Ну, я серьезно. Как ты узнал? Ничего не узнавал. Просто решил... Попробовать так, на удачу. Угу. Рассказывай, на удачу. О! Не убежал. Молодец. Куда бежать, начальник? Велика Россия, только бежать некуда. Трагедия простого человека. Да какой ты простой человек? Я не специально. Меня заставили, принудили. Но я готов сотрудничать со следствием. То, что ты машины помогал воровать, это твое личное дело. Суд разберется. А зачем же ты, гнида, человека-то подставил? Какого человека? Сменщика своего Сидорова. И дурачка мне тут не включай. Да нет. Я первый раз, честное слово. Ну, те две тачки не мы. Мы здесь впервые. Ну, ей-богу, мамой клянусь. Как же ты звонишь-то до него? Всего 2 часа ночи. Ну, конечно. Заняты мы. Ночью. Добрый день. Антон? Да, очень приятно. Очень приятно. Ну, присаживайтесь. Спасибо. Хотите кофе, чаю? Да нет, спасибо. Я ничего не хочу. Давайте лучше сразу к делу. Андрей Андреевич. Это тоже Андрей Андреевич, мой сын. Но у нас такая традиция семейная. Ясно?
А кто владелец автостоянки? Ну, по документам сын. А вообще вопросы решаем сообща. Ясно. Послушайте, Антон, надо что-то делать. Такого человека в тюрьму посадили. Я дядю Сашу знаю всю жизнь. Мы соседи, раньше в одном подъезде жили. Он у кровати жены своей тети Лизы 15 лет просидел. Это только сказать легко, а как подумаешь, Алешка, сын его, в Чечне погиб. Как дядя Саша все это вынес? В общем, помощь ваша нужна, Антон. Тут такое дело. Улики все против него. Вины свои он не отрицает. Это понятно. Знаете что, темнишься, дядя Саша. Похоже, он влип в историю, а сказать ничего не может. Понимаете, я более порядочного и надежного человека в жизни не встречал. Когда он дежурит, я сплю спокойно. Да что автостоянка, я ему квартиру доверю. Ну, бывает немного вы. А он один живет? Кто? Дядя Саша. А, дядя Саша, да, один. Ну, вроде... Нет, он жил со своей невесткой и внучкой. Только когда Лешка погиб, Вика уехала с дочкой на родину. Свердловск. Екатеринбург. Да. Внучка его уже в первый класс пошла. Дядя Саша душу обвиняет и каждый месяц деньги отправляет. Ясно. А телефончик? У вас их имеется пообщаться? Ну, если нужно, достанем. Ясно. Так вы вообще говорите, если надо что-то, мы поможем. Ну вот что, пока суд да дела, найдите хорошего адвоката, пусть напишет ходатайство, а вось, глядишь, и выпустит вашего. Дядя Саша, под подписку. Я депутата одного знаю, он подпишется, если что. Работодателям вашим скажите спасибо. Их связям. Скажу. Была бы моя воля вас не под подписку, а в камеру. Спасибо. Старался твой Добряков. Зой, ты бы ему пельмешек налепила, что ли? Спасибо. А то он на одних бутербродах. Отстань, и без тебя тошно. Молчу, молчу. Только Антоха домашних пельменей точно заслужил. Справишься или помочь? Терпи, проверяльщик. Зачем лицо было прятать, а? А если что похуже случилось? Голова не кружится? О, больно. Это ничего. Лоб не затылок, место крепкое. Все-таки я не понимаю. Вы не могли не слышать, что у вас происходит на стоянке, а тем более не заметить. Помолчи. Тебе сейчас говорить не нужно. Александр Васильевич, вы ведь все видите и слышите. Да помолчи ты, говорю. Не понимаю, зачем вы врете? Говорил же тебе, помолчи. А то кровь проступит. Не проступит. Ого. Я вам даю слово. Все равно докопаюсь до правды. Послушай, сынок, я вижу, ты парень хороший. Не лезь ты в это дело, очень тебя прошу. Только хуже сделаешь и себе, и мне. Алло. Ну, здравствуй, любимый. Зоя? А что, тебя еще кто-то любимый называет? Есть одна. И та в погонах. А можно я к тебе приеду? Зоя, ты с ума сошла? Ночь на дворе. А я уже здесь.
Антош, прости меня. Ну, пожалуйста, прости. И ты меня прости. Я совершенно несносная. Господи, горе мое. Ну, что с тобой опять такое, а? Об асфальт поцарапался. Тебя одного нельзя даже на 2 дня оставить. Угу. Больно? Нет. Мне очень хорошо. Зая, вообще, как тебя осенило ко мне приехать ночью? Костя сказал, что ты заслуживаешь трепетного отношения. Да, я заслуживаю трепетного отношения. А Костя молодец. Между прочим, это я молодец. И, кстати, я нашла пару Милан из баров. Даже пару? Ничего себе. Конечно, нет никакой гарантии, что одна из них подружка барона, но... Но проследить за ним все равно придется. Да. Кстати, ты про барона что-нибудь узнал? Да, этот барон оказался очень известной личностью. Петр Сиротин, 63-го года рождения. Вооруженные грабежи, покушение на убийство. И еще он 5 лет как во всероссийском розыске. Зай, ты чего? Чего? Мы найдем его. И он выведет нас на заказчик, я тебе обещаю. А если я на часик уеду, ты сильно обидишься? Езжай, только голову береги. Дедок, ноги сделал. На работе нет, дома нет, телефон не отвечает. Да быть такого не может. Может. Чтоб из-под земли мне его достали и арестовали. Деятели. Депутат, видите ли, за него поручился. Знаем этих депутатов. Растворимый? Да. Вот так. Девушка, здравствуйте. У вас на Екатеринбург на сегодня билеты есть? Вам на ближайший рейс? На самый ближайший. Есть. А обратно я сегодня смогу прилететь? Да, конечно. Номер паспорта. Чудесно. Паспорт. Сейчас, сейчас. Заходите, коль снова пришли. Чаю хотите? Так вы не сбежали. С чего это? Я же обещал, что не доставлю вам хлопот. Но ваш телефон 2 часа не отвечал. Ни здесь, ни дома вас не было. Я ездил на кладбище. Никола Архангельская, к жене и сыну. Там я всегда телефон отключаю. Александр Васильевич, вы нарушили подписку о невыезде. Я вынужден вас арестовать.
Ну что ж, Александр Васильевич не предупредил, что вы приедете. Я бы вас встретила по-уральски. Ух, не травите душу. Я у вас всего на денек, правда. Ну, давайте еще по чуть-чуть. Нет, хватит. Хватит. Ну, скажите, как там Александр Васильевич? Знаете, в последнее время что-то очень неспокойно. То звонил каждый день, а теперь ни слуху, ни духу. Вот партизан, а. Он, видимо, вас не хотел волновать. Он в госпитале. А что с ним? Да вы не переживайте, все в порядке. На обследование положили. А мобильные телефоны там запрещают по распоряжению главного врача. У вас-то как? Все хорошо? Леночка не болеет? Нет, не болеет. Пару раз опривила, а так все хорошо. Ну, а в школе как? Никто тебя не обижает? Нет. Нет, ну что, Леночка у нас очень хорошая девочка. Да? Никто ее обидит. А ты маме все рассказываешь? Ничего не скрываешь? Нет. Я вчера без разрешения конфеты съела и ничего ей не сказала. Ну вот, а я-то думаю, почему-то у нее красные щеки. Да вы ешьте, ешьте. Красные пятна? Ну, беда у нее. Сладкое любит. Ужасно. А потом сразу аллергия на щеках. Скажите, там с дедушкой все в порядке? Да, да, я же говорю. Все в порядке. Тут давеча меня, представляете, поборол. Как мальчишку уложил. Ну что? Правда, скучает очень по вам. Ой, как мы по нему скучаем. Знаете, вот хотели на каникулах приехать, а он говорит, подождите, повремените. Ну, а что же вы? Самолет, слава богу, летает. Ой, может, и правда? Вечно ты меня в какие-то истории втравливаешь. Хорошо, что хоть Шубин на конференцию свинтил, завтра по голове я не получу. Ладно тебе. Бог пехоту любит. Да, любит. Да. Разрешите? Давай. Задержанный доставлен. Давай, 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 давай. Здравствуйте, Александр Васильевич. Присаживайтесь. А ты упертый. Напрасно погоны снял. Такие, как ты, генералами становятся. В общем, я только что из Екатеринбурга. Одним словом, я все знаю. Откуда ты? Зачем? Рассказывай, хватит темнить. Ты это... Не ори на меня, понял? Для меня внучка последняя зацепка на этом свете. Если с ней что случится... Вы же взрослый человек. Как они могли вас запугать? Одно дело за себя бояться, а другое... Бритвы девчонку по глазам. Большого ума не надо. За каждым шагом ее не уследишь. Ребенок ведь. Перестаньте вы. Неужели вы не понимаете, что это развод чистой воды? Да обратись вы сразу в полицию, они бы сейчас здесь стояли перед вами на коленях. Да хотел я его выгнать. А он мне Ленкину фотографию на стол кинул. Эти. Ты кому это говоришь, гнида? Да я тебя как дурак. Руки прибери, папаш. Годы не те. Узнаешь? Убью, гада. Ну, давай, начинай. Только я не один. Подумай, дед, сегодня внучки твоей по глазкам краской. Завтра можем и бритвой, понял? Дед, три машины всего. Много тебе за них не дадут. Учтут возраст. Потом ты раньше не привлекался. Паскуды вы. Три машины. Самые новые, без пробега. Дашь знак, как появится. Старую покрышку повесишь на забор,
перешла к Бауму. Понял? На, любуйся. Видно, не всем дано героями быть. Вот и вышло, что Сидоров стал вором. Что смотришь? Да. Шлагбаум этим родом я открывал. Значит, соучастник. Сын бы меня в обиду не дал. Да только нет их больше. Ты думаешь, я тюрьмы боюсь? Нет, не думаю. А давайте мы с вами гостей встретим, а? Заступайте на смену. Выставляйте покрышку. Ой, Тёмка, ну ты меня и напугал. Тебя напугаешь. Слушай, может, зря я приехала, а? Да не выдумывай ты. Ты же знаешь, мы с Добряковым тебе всегда рады. Что? Я снова слышу «мы»? Возьмете у меня крестным, а? Тём, ну сам подумай. Какая из меня мать? У тебя вон даже пельмени лучше, чем у меня получаются. Ну, да, действительно. Мать из меня интереснее получилась бы. А это кто? У Добрякова ключи есть? Да гости, слетайте на пельмешки. Не надо их сразу бить скалкой. Ну что, машинка наша готова? Готова. Только вот, откуда я знаю, что ты не придешь еще за одной? Может, и приду, если тебя не посадят. Ну, пойдем посмотрим. С ним еще кто-то должен быть. И второй не уйдет. Стоять! Побудьте его! Сейчас! За мной! Кто сообщник в Екатеринбурге? Сомов Сергей! Он к девочке приближался? Нет, сфотографировал только. Как вышли на Сидорова? Да, Серега с Викой в одной школе учились. Он знал, что ее дед в Москве машины сторожит. Еще кто? Да никто еще! Да никто! Я, Леха, внизу стоит! И Серега! Адрес Сереги в Екатеринбурге. Живо! Серега, 8 марта, 2. Бежите его. Ты даешь, частник. Ну, арестуй меня за жестокое обращение с животными. Ладно, давай, остывай уже. Слушай, давай езжай домой, мы дальше сами. Дело что, я Сидорова себе возьму. Ты договорись с следаками, а бумажки задним числом оформишь. Не вопрос, давай. Александр Васильевич, поедемте, я вас подброшу. Куда это ты меня везешь, парень? Хочу вас кое с кем познакомить. Дедушка! Мы теперь без вас точно никуда не уедем. Дедушка, мама сказала, что когда ты к нам переедешь, то она мне хомяка купит, живого, или крысу, как здесь. Тебе спать не пора? Нет. Здравствуйте, папа. Пойдемте в дом. Пойдемте, пойдемте, пойдемте быстрее. Побегай.
Присоединяйтесь. Ну, надеюсь, вы нам пельмени оставили? А как же? Ой, бомба. Бомба последней стрескала. Это она у тебя последней стрескала. А у меня пельмени на всех хватит. Да? Ты моя хорошая.